самое главное, что было хорошее настроение, я улыбалась, все, по-моему, было замечательно. И вообще была отличная программа, я получила массу удовольствия, массу эмоций и зарядилась этой программой на следующую передачу. Та-та-та-та-да, оп! Ну что ж такое? Давайте холодное приложим. Прям на локоть. Мы выбрали восточную тему, потому что нужно попробовать себя в разном образе и найти свой образ. И сейчас я ощущаю, что мне эта тема подходит, нравится. И, как правило, моя интуиция меня не подводит. Я считаю, что 20 секунд надо там еще потанцевать сначала. Ну, а когда оценивают на меня? Нет. Руслан, там будет кусок. Руслан, для вас будет кусок. Так, где мой танец вставляем? Еще мы не дошли. А сейчас вам удастся увидеть нашу новую программу «Поход на восток». На замерзшей речке Нил Гончаров с Рудковской жил. Яна и Руслан, пара номер один. Baby, can't you see? I'm calling. I got like you. Should wear a warning. It's dangerous. Александр, все ли вы на себя цепляете, что на вас кидают? Это мое, мне было подарено, ну, попытка подкупа жулить. Саша, кто вы сейчас? Слуга Клеопатры, похож на... Ну, Валер, немножко о танце. Вот я почему-то представлял себе Пьера Нарцисса на месте Руслана. Если бы Руслану некоторых особенностей Пьера Нарцисса, а Нарциссу хореографии Руслана... Можно поподробнее? То вот такой раб получился. Ну, великолепно. Это было красиво. С точки зрения профессионала я не могу сказать. Это было просто приятно глазу. У меня вопрос к Яне. Почему вы были так неприступно холодны со своим рабом? Вы знаете, Клеопатра на самом деле имела очень много рабов. И ни одного из них она не любила. Но вы же хотели его зарезать. Значит, ночь уже прошла. Ну вот потому что ночь уже прошла, поэтому я уже была холодна. А это утренняя история. Замечательно. Ну что ж, тогда браво. Тогда хорошо. Да. Он ей кофе в постель не принес, и она решила его зарезать. Ножом для масла. Елена Анатольевна,
Ян, вы сами сегодня были абсолютно на льду. Вам не помогал Руслан, как в предыдущие разы. Вы справлялись со своей ролью. Даже был не везде, но был характер, была сила, надменность, восточная красота. Вы нам это показали, показали средствами фигурного катания. Вот эта дорожка вообще была уверенно исполнена вами, хотя это был уже конец танца. Вы очень серьезно продвигаетесь. И мне это очень нравится, потому что поначалу, вы помните, я просила вас отцепиться от Руслана. Такой был один из дней, когда вы никак не хотели отпустить руки. А сегодня вы просто соприкасались в поддержках только и в сложных элементах, а так уже вы владеете коньком, и мне это очень радостно. Спасибо большое. Спасибо. А мне вот, например, радостно, что Руслан не поменял прическу, как советовал Басков, а я сегодня так немножко причесался под Баскова. Поэтому, Максим, ну я же хорошенький. Особенно, когда ты комментируешь повтор. Вы знаете, что было главным? Я полагаю, что если бы Бритни Спирс так же работала, как Рудковская, то уже давно была самой стройной девушкой Америки. Брось целлюлит, Бритни. Ну, а если анализировать эту пару, знаете, они катаются здорово. Они, я сказал о том, что все участники нашего проекта катаются хорошо и высокохудожественно, на данный момент не знаю, как откатается Гончаров и Рудковская, но посмотрите, что они творят. Она настоящая Клеопатра. Понимаете? И он такой тоже, понимаете, такой Цезарь, знаете, вот как в известном французском фильме. Он способен построить и замки. А как она здесь покачивает бедрами, понимаете? Я думаю, что Илья Муромец лет через 30, увидев такую Рудковскую, помчался бы к ней. Посмотрите, какие прокаты, какие поддержки. Что творят эти люди? Какая чувственность, какой Египет. И, ну тоже, вы знаете, так, если зарежь, вскричу я, никто же не поймет, но просто так, зарежь его, Яна, зарежь. Спасибо. А мне кажется, что отсутствие Плющенко сказалось каким-то образом на выступлении Рудковской, потому что как-то все-таки она сейчас, ну, более на мужчин смотрибельна, если так по-русски выражаюсь. Ну, а сейчас мы узнаем, сказалось ли отсутствие Евгения Плющенко на оценке жюри. Наталья Бессемьянова. 6-0. Братья Пономаренко, как они проголосуют на этот раз, боже мой. Валерий, Александр, Александр, Валерий. 6-0, 6-0. Елена Анатольевна Чайковская. 6-0 ставит грандиозная дама в нашем жюри. Игорь Бобрин. 6-0. Я жду какого-то подвоха от Аллы Сигаловой. И я его получаю. 5-5. Но это не подвох. Подвох-то было, когда Николай Цискоридзе 3-5 поставил. Дани Борисовой. Общий балл 35,5. Ура! Рудковскую мы увидим на льду опять. Яночка, ожидала ли ты получить такой высокий балл сегодня? Вы знаете, я очень старалась, и, вы знаете, мне уже неудобно получать ниже. Вот как? Мне нужно прибавлять. Вопрос что... престижа уже. Да, Алла, мне показалось, что вы все-таки решили, что танец оправдан, тем не менее снизили на полбалла оценку. Мне кажется, что Клеопатра у нас не получилось. А кто получилось? Что? Мужчина. Кто получился-то за место Клеопатры? За место, ну, очаровательный продюсер, который неплохо катается на коньках. Красиво Алла Сигалова, и все ее колкости можно простить, когда она вот так ослепительно улыбается в камеру. Она это знает, поэтому может себе позволить пару гадостей. У вас тоже прекрасная улыбка. Спасибо, собственно, все, что заработали на улыбку. Эти аплодисменты звучат в адрес Яны Рудковской и Руслана Гончарова. Ну, а сейчас...